Долгожданный подарок. Сегодня 15 чебоксарских семей получили ключи от новых квартир. Все они будут проживать в недавно построенном доме на улице Богдана Хмельницкого. Неустроенная жизнь в ветхих бараках закончилась. Печное отопление, постоянно протекающая кровля, удобство во дворе, вода из колонки – все это теперь осталось в прошлом. На вручение ключей от новых квартир чебоксарцы пришли целыми семьями и даже с друзьями, которые с удовольствием разделили с ними радость переселения. Этого момента ждали долгие годы, считали дни, часы. С гордостью, значит, смотрю на вашу проделанную работу, то, что вот вы делаете, стараетесь. Спасибо вам большое за твердое ваше слово, такое мужское, знаете, сказал, сделал. Спасибо большое за красивую площадку детскую, правда, она очень обалденная, детки будут очень рады. Четвертый этап программы переселения граждан из аварийного жилья в республике успешно завершен. Указ президента, который был подписан 7 мая 2019 года, мы с честью и сполна выполнили. И вот последние квартиры, последние дома сегодня празднуют новоселье. Цена вопроса, если взять в общем по республике, это более чем 5 миллиардов рублей. Всего почти 13 тысяч граждан Российской Федерации переселяется. Всего в новый девятиэтажный дом переедут около 200 семей. Супруги Чечневы первые получили ключи. Раньше жили в двухэтажном бараке. Нового жилья ждали 20 лет. Квартира полностью готова к заселению. Свет, линолеум, обои, подведены отопление и вода. Плюс подарок – электроплита на кухне. Честно, не верилось. Мне до сих пор не верится. Я не понимаю еще, как это у нас новые ключи. Сейчас всю делегацию проводили, всех людей, кто приходил смотреть квартиру. Квартиру закрыли, с мужем вдвоем остались, друг на друга смотрим. Неужели все новая квартира? За время действия программы с 2012 года в Чувашии новое жилье получили около 7 тысяч человек. Сегодняшний день стал для новоселов отправной точкой новой жизни в уюте и комфорте. Рифат Фаткуллин, Андрей Спиридонов, Республика.